Друзья, всем привет! Выбрался опять я на очередную свою рыбалку. 7 часов утра, рыбаков на воде очень много уже. И мы будем пытаться что-то поймать. А что с этого получится, вы увидите. Вперед! Друзья, плыву на свою любимую точку, где клюет, поклевывает, скажем так, судачок. И вот любуюсь такой вот красотой. Утро. Реки вообще просто великолепно. А у меня поклевка. Сейчас посмотрим, что. Ребята, троллю. Поставил воблер, карасик. И вот. Есть щучка, неплохая щучка. Ну, чё, достойный экземпляр, будет нормально, на уху пойдет. Ну что, друзья, приплыл на свою точку, сделал два заброса, и вот на второй заброс вот такой вот судачок. Приятный судачок. Вот он. Отдай себе кошку. Такой вот красавец. Продолжаем. Ну что, поменял уже 10 приманок, а поклевок нет. Появились троллингисты. Судачок молчит, щучка тоже. Уже 10 часов, а пока тишина. И мелочь начала гулять очень хорошо. Непонятно, или хищник ее гоняет, или просто вышла на прогулку. Поехал, ты смотрел, здесь очень много белой рыбы, аж кишит вся. Значит, судак должен стоять под ней, и щука. Но почему-то поклевочек нет.
красота, тихо, хорошо. Ладно, сейчас поменяем. Снимем зеленый. Поставим вот такой вот двухцветный. Сейчас. Мы ее все равно перехитрим. Справа мужички сидят, и там белую рыбу ловят и тягают хороших лещей. Каждые 5-10 минут леща поднимают. И такие под килограмм, 700 грамм. Ладно, ребят, у меня мало места на карте памяти, на камере. Как поклевочка будет, я включусь. Пока будем экспериментировать с проводками, с приманками, с грузиками. Оп, есть, ребята, есть, есть на камеру. Есть судачок. Сейчас посмотрим на этого красавца. Ну, небольшой, но судачок. Это взял крючки декой, просекают хорошо. Вот приманка, вот судачок. Ух, ушел как резво. Ребята, бросал силикончик, и вот опять клюнул судачок. Самое интересное, перепробовал 10 приманок, и берет только на морковный цвет. Упирается. Это неплохой судачок. Неплохой, неплохой, да, да. Сейчас мы тебя возьмем аккуратненько. Это такой забирабельный судачок. И клюет на морковку. Вот судак. Этот на морковный цвет. Удивительно. 2 года его в ящике вожу. Ничего. А в этом году, пожалуйста. До этого брал вот на такой вот цвет. Это Кейтэч 406, по-моему. А сейчас берет на морковку. Просто.
Но мне все равно, лишь бы клевал. Пусть берет на что угодно. Интересно ловить в корягах, вот в таких вот поваленные деревья. Вот. Но очень много остается здесь приманок. Но и здесь большая вероятность поймать хорошую рыбу. Потому что она стоит именно в ветках, в корягах этих. Интересно это занятие, но это нужно быть очень аккуратным. Использовать нормальные шнуры, чтобы можно было продернуть через корягу рыбу. Вот. И, конечно, навык. Навыки, еще раз навык. Человек на лодке перевернулся. А как так получилось? Я куда там перевернулся. Так, а лучик не видно нигде. Все дрова стало. А они плавали? Может, они под этим, под лодкой? Ну, достали мужичка с лодки, лодка перевернута, сейчас будет лодку переворачивать обратно. Сказали, что в помощи моей не нуждается. Вот так вот, сидел в лодке и перевернулся. Будьте аккуратнее на воде. Ребята, есть судачок. Не знаю, хороший, плохой, но есть. Это такой отпускает. Отпускабельный. Сошел. Ладно, ну он маленький. Ребята, там впереди стоит лодка. В ней военный ловит рыбу. А на берегу еще один военный, который тоже ловит рыбу и приманкой зацепился за корягу. И он уже не первый раз смотрит на военного в лодке, чтобы тот ему помог зацепить. Но военный в лодке делает вид, что она не замечает и продолжает дальше ловить рыбу. То есть к тому, что служит в одной части и друг другу не помогает. Это то же самое, как вот сейчас мужичок перевернулся на лодке. К нему подплыли его друзья и я. А рядом проплывали тролингисты, даже не повернулись в его сторону. То есть люди не хотят друг другу помогать. Это очень обидно. Это неправильно. А тот бедняга на берегу военный мучается уже и корягу достал. И руки мокрые, и сам мокрый. А этот лодки ему не помогает. Да. Ну что, перебрался я в другое место. Там не клевало. Сейчас здесь поймал одну щучку, но она вся в ранах. Я ее отпустил. И троллингисты просто задолбали. Полный штиль, тишина, такой вот есть всплески на воде, это малек или какая-то белая рыба гуляет. Красота.
штиль и по рыбе штиль. И трилингисты куда-то исчезли. Ну что, друзья, подошла к концу моя рыбалка сегодняшняя. Уже вечер, начало шестого. В принципе, рыбалка сегодняшней доволен, так как у многих рыбаков вообще ничего, то у нас речечка порадовала двумя судачками и щучкой. Вот мой улов. Два судачка, щучка. Я думаю, замечательно. Все, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, как у вас обстоят дела с рыбалкой. Почаще выезжайте на природу, любите природу, берите рыбы столько, сколько вы съедите. Все, до новых встреч. А я завтра еще раз буду здесь на рыбалке. А то, что будет завтра, вы увидите в следующем видео. Все, всем пока.